Ну, могу сказать, что только сегодня мне не устраивает результат. По игре, думаю, что мы показали хороший футбол, особенно во втором тайме. Первый тайм тоже не было так плохо, но соперник хорошо оборонялся и старались находить вариант скрыть их оборону, но не очень получалось из одного деталя. Пенальти там был, не был, ну, судья показал, соперник забил, потом в втором тайме собрались, указал некоторые недостатки своим футболистам, и они, думаю, начали, вышли на поле, соблюдали, но повторно пропустили, не видел ситуацию, как это все сложилось. Думаю, это там 1-2 потери было до этого. Но все равно после 2-0 мы не сдались, но заиграли еще лучше. Создавали моменты, было хороших ситуаций. Показали мои футболисты характер. Я, честно, мне это понравилось, не сдавались до конца. И забили за 2-1. И осталось, было времени, перевернуть игру. Я думал, так все и шло к этому. Создавали моменты, поменяли схему, где-то в середине, втором тайме перешли. Два центральных защитника на мячу, когда играли, и получилось. Фланги были более активны, больше подачах, и что хотели. Была эта подача, кстати, было две подачи, два момента, ну, нападающие. Не успел забить, но что сказать, это бывает. Результат остался так, 2-1, чуть-чуть жалко, что такую игру не могли перевернуть, вытащить. Значит, хотя бы одно очко забрать, думаю, сегодня не заслужили проиграть по игре, по показанной игре. Может, сегодня хорошо играл Наухор? Ведь третий раз встречался с Наухор как тренер. Чем отличался нижний Наухор с прошлогодним и как Нотгоре был? После того, сильнее стал, как все, если сравнивать? Ну, это разные игры, разные, вот, и другие команды, другие футболисты. Все это можно изанализировать, учитывать. Но я говорю, две разные игры. Они забили сначала с пенальти, потом больше акцент поставили на оборону, мы больше атаковали, это уже по-другому. Раньше больше открытая игра была с ними, когда я был в Буньоткоре и прошлого года в Жизаке. Ну, ясно всем, что они хорошие футболисты, сам собраны, хорошая команда, но я думаю, что мы их сегодня по футбольным элементам переиграли. Но всегда команда, которая показывает лучший футбол, не выигрывает этот футбол, ну, что сказать. Поэтому, что после всего, можно и поздравить с победой, это все футбол, дай Бог. И нам вернется где-то другое, мы увидимся на Мангане, в втором круге. Я надеюсь, там покажем повторно хорошую игру и вернем это, что здесь потеряли.